Друзья мои, приветствую, с вами Александр. И сегодня мы с вами на гитаре играть не будем. Единственная причина, по которой я сижу с гитарой, заключается в том, что я просто привык себя в кадре видеть вместе с инструментом. Это видео обращение к моим зрителям, к моим подписчикам. Заключается оно в следующем. Время от времени я наблюдаю в комментариях просьбы о том, чтобы я записал тот или иной видеоразбор. Александр, запишите, пожалуйста, видеоразбор на такую-то композицию. Или Александр, сделай разбор на такую-то песню. Я некоторое время размышлял, стоит ли мне инвестировать свое время в то, чтобы записывать видеоразборы. И все-таки решил провести эксперимент. Я уже записал 10 видеоразборов на 10 различных композиций. Создал отдельный второй канал на YouTube, куда все эти 10 видеоразборов уже залиты. А более того, под каждым из видеоразборов есть ссылка на созданный сайт, и на этом сайте находятся все табулатуры, по которым записаны видеоразборы. Эти табулатуры можно скачать, распечатать, чтобы через какое-то время освежить в памяти ту композицию, которую вы разучивали, или, может быть, подсмотреть тот или иной такт, который не совсем был, может быть, понятен во время просмотра видеоразбора. Теперь ближе к сути данного видеообращения. Друзья, я дал время на проверку живучести второго канала 2 месяца, до 1 сентября 2019 года. Если я увижу, что данный проект будет востребован зрителями, подписчиками, вами, я буду продолжать инвестировать свое время и записывать новые видеоразборы на канал. Если же я увижу, что движения особого нет, или прирост подписчиков слабый, мало комментариев и лайков, тогда я не вижу смысла заниматься продвижением второго канала, потому что я считаю аморальным заниматься тем, что не нужен другим людям. Ну, единственное, что если для своего удовольствия, а для своего удовольствия у меня есть чем заняться, у меня есть этот канал, на котором вы сейчас находитесь, у меня есть аранжировки, которыми я с удовольствием занимаюсь, у меня есть любимые ученики, есть семья, четверо маленьких детей, которые хотят, чтобы папа с ними побольше времени проводил, ну и жена не против, чтобы я ей внимание побольше уделял. Под этим видео есть ссылка на мой второй канал. Пожалуйста, перейдите по этой ссылке, подпишитесь, просмотрите 1-2 видео, эти видеоразборы, если вам понравятся, поставьте лайк и в комментариях, пожалуйста, напишите, какие композиции вы хотели бы еще видеть в качестве видеоразборов. А если я в течение этих 2 месяцев увижу, что действительно проект востребован, мы вместе с вами будем его развивать. Если же он не будет востребован, я просто его закрою и буду продолжать заниматься только этим проектом. Желаю вам всего самого наилучшего, добра, мира, здоровья, любви и всего самого наилучшего. До новых встреч, пока-пока!